Так кто ж такой будешь? Я хозяйка, Никонец, с того света выходец. Ай-яй-яй. А у меня недавно батюшка помер. Да не видал ли ты его? Как же не видал? Видал. Мы с ним в одной горнице жили. Вот те раз. Он, хозяюшка, на Опа. Том свете аистов пасет. Ай-яй-яй. Видать, он с ними замаялся. Еще бы! Ведь аисты все больше по болотистым лугам бродят. Поди, обносился совсем. Еще как обносился. Совсем лохмотья ходит. Есть у меня аршин 40 холста. Да кое-каких денег припрятано. Отнеси их батюшке. Ладно, чего ж не отнести? Отнесу. О, вот и солнышко. Бывай, хозяйка. Спасибо за приют. С возвращенницем. А у нас тут был Никонец, с того света выходец. Он, оказывается, с нашим батюшкой в одной комнате живет. Так вот, я ему собрала холста, денег, все это сложила, и он сказал, что все это обязательно отнесет нашему батюшке. Облапошил тебя, Никонец. А ты рада. Вот что. Пойду-ка я по белу свету. Если найду кого глупее тебя, то буду и дальше с тобой жить. А не найду... Прогоню из дома. Ты чего бы же кланяешься моей Белянке? Видишь ли, паночка, дело-то какое. Ваша свинья Белянка доводится моей Рябке родной теткой. Рябка замуж выходит. Вот и прислала она меня просить тетку на свадьбу. А тетка все привередничает, не хочет идти. Вот я ей и кланяюсь. Ой, я и не знала, что у моей Белянки племянница есть. Есть, есть. Она тоже добрая, тихая. Да смирная, как и тетка ее. А ты как, поведешь ее или повезешь? Поведу, паночка. Вести-то не на чем. А поросята как? Дома останутся? Нет, паночка. Рябка приглашала тетку вместе с детками. Да ведь они еще маленькие. Что верно, то верно, паночка. Могут, пожалуй, и не дойти. Дорога-то не близкая. Так я велю, чтоб лошадь запрягли. Понятно, паночка, что им на вазу было бы лучше. Эй, запрягай! А скоро ли ждать Белянку с детками со свадьбы? Да после дождика, в четверг. А у нашей Рябки, оказывается, племянница есть, а я и не знала. Так вот эта племянница позвала нашу Рябку на свадьбу вместе с поросятами. Что? После дождика в четверг. После дождика в четверг? Какая же ты глупая.
Обманул ведь тебя, мужик. Пропадет и свинья с поросятами и повозка. Ну, да меня-то он не обманет. Не погоня ли это? Дорогу! Нет, панок, уж вы объезжайте. Мне сойти с этого места никак нельзя. Эй, а не видал ты тут мужика в повозке со свиньей и поросятами? Видел, пани. А ты не знаешь, куда он поехал? Знаю, панок. Так укажи нам дорогу. Не могу, панок, рук поднять. Я лучше вам расскажу. Езжайте прямо, потом поверните круто-круто направо, потом круто-круто налево и так дальше. Ты понял? Нет, пани. А ты мог бы его догнать? А почему ж не догнать? Я его вмиг бы догнал. Так догони, я тебе заплачу. Не могу. Почему? Да дело вот какое. Ехал этой дорогой мой пан. Повстречался по пути с другим паном, а тот подарил ему заморского щегла. Вот пан и велел мне щегла этого стеречь. Ну так езжай с моим кучером, а я постерегу. Нет, пани, не могу. Ты щегла выпустишь, тогда мне беда будет. Ну так я буду стеречь с кучером, а ты догоняй один. Нет, не могу. Ну, тогда тебе денег, только догоняй. Ладно. Но только смотрите, крепко шапку держите, чтоб щегол-то не вылетел. Залезь на дерево и посмотри, не видать ли мужика. А я тут щегла постерегу. Нет, не видать нигде. Паня глупая, отдала мужику лошадь с белянкой и поросятами. А пан еще глупей, отдал за какого-то заморского щегла пар лучших лошадей, да еще и денег в придачу. Что ты мелешь, болван? Не может такого быть, чтобы мужик меня перехитрил. Если я дам объявление, то сразу узнаю, чей это щегол. А тогда найду и мужика. Пали, есть хочется. Пора бы домой. Заберем щегла и пойдем. Ну, я подниму шапку, а ты хватай щегла. Ой, пони, боюсь я. Еще выпущу. Ну так ты поднимаешь шапку, а я ловить буду. Я не такой раззява, как ты. А не говорил я, что пани глупая, а пан еще глупей. Молчи, хоть пани не говори. Вот, ни за что, ни про что дали мне карету, лошадей, свинью с поросятами, повозку. Стало быть, есть на свете и поглупее тебя. Нет, чужим добром сыт не будешь. Ha 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 ha.